Черно-белая танго.
небогатым. Облака плывут над городом в ветреную погоду, над стилем модерной классикой, снова входящей в моду, над площадями и памятниками, испачканными птичьим пометом, выше готических шпилей, наслаждаясь полетом. Облака плывут над городом, как живые картины, украшая фронтоны зданий завитками лепнины, отражаясь в окнах соборов и стеклах автомобилей, влекомые только ветром над смешением стилей. Ясным весенним вечером, когда в булочных полно хлеба, когда белоснежные статуи на фоне синего неба, когда пуговицы на мундирах дрожат последним червонцем, облака плывут над городом, освещенное солнцем. В пестрой толпе прохожих, не находя поклонника, плывут они в сторону моря. Как шум радиоприемника на той частоте, которую передают голоса птиц, куда-то в сторону моря, не знающего границ. Облака плывут над городом, и в этом закон движения, словно в стихах, читаемых без всякого выражения, или волнах Атлантики, поскольку минуты, годы также спешат на запад. И в этом закон свободы. Следующая песня называется «8.15». Но правильнее было бы ее назвать 8 часов 15 минут 6 августа 1945 года. Именно на этой минуте остановились все часы в городе Хиросима. Тысячи тел спаленных, не видеть ему
глазами человеческой гари, что ударяет в рожу. Не нюхать Трумана гари или маршалу Джорджу. Лежат в канаве, это ведь их солдаты погибли на Окинаве. Столько парней здоровых легло там, и каждый дорог. Вот причина ковровых этих бомбардировок. Времени нет, как лебедь качнет крылом на прощание в небе Б-29. В мире одна порука, силы, законы Уды. Бомба вышла из люка, счет пошел на секунду. Про Хиросиму. Ну, с Максимом очень разные впечатления остались от Хиросимы. Вот сколько с ним путешествовала, меня всегда это поражало, насколько он ухитряется увидеть. Вот, ну, что-то не то, что видят. Вижу я, да, кажется, увидели бы другие люди. Потому что все-таки для меня Хиросима — это город Феникс. Это город, возродившийся из пепла, то, что она прекрасна. Вот то, что они смогли сделать, то, что они смогли отстроить, это огромные широкие улицы, это сады. То есть она хранит память, она вся как город-мемориал, но все-таки эта история вот для меня о возрождении. Ну, поэт смог увидеть другое. И еще одно вот наше такое же путешествие, где меня поразило, насколько мы по-разному видим, это Италия, собор Сан-Пьетро, да, собор Святого Петра, построенный вот на месте древнего цирка Нерона, где по преданию могила апостола Петра. Я помню, как я ходила и восхищалась, ну, барокко, Микеланджело, понятно. И когда я услышала, что Максим сделал из посещения вроде бы того же самого места, в общем, мне кажется, ну, стала понимать, за кем я замужем. Так, в завершение нашего отделения, нашего концерта, да, потому что слишком грустно было бы заканчивать на Хиросиме, баллада о Святом Петре или Сан-Пьетро. Ну, я добавлю, спасибо, что это парафраз последней главы Евангелия от Матфея. Ой, Евангелия от Иоанна. Иоанна, конечно. Нет, все-таки от Матфея. Нет, это Иоанна. Ребята, разберемся потом. Некоторые кто? Да я просто хотел выпить. Некоторых христианов едет крыша от ваших христианских аллюзий. Совершенно точно это последняя загадочная глава. Это все-таки не столько христианский уже, сколько общекультурологический. Я просто сказал много про это, но нет времени. Детский смех, звон, унесенный порывом ветра. Слышишь, Господь очищает всех, кто прикоснется к ступне Сан-Пьетро. Женщина плачет, кричит, дитя, радость летит до сердец счастлив. Видишь, как стерлась его культя от поцелуев несчастлив. Часов колокольных счет, это старик
шевелит ключами. Вот он сидит здесь в просторе бок, с верой тверже каменной глыбы. Тысячи жизней толпа зева проходит мимо, плывут как рыбы. Сколько он выловил их в тот раз, узнав учитель в Галилее. Море сверкало, залепило глаз, сеть становилась все тяжелее. Первым он бросил тогда весло, поплыл навстречу ему. Но странно, в ноте рыб он забыл число. Оно есть где-то у Иоанна. Чего с рассветом и голос, любишь ли ты меня? Три раза спрашивал он об этом. Сучи трещат за его спиной, море шумит и катает камни. Один из вас прибудет со мной, сказал он между учениками. Шептались они, чье назвал он имя. Если один из нас не умрет, скажи, что станет тогда с другими. Он не ответил, позвал Петра. Они же рыб на огне коптили. И тихо стало вдруг у костра. Потом, когда они уходили, и с тех пор душ людских ловец он помнит свой разговор последний. С Христом при жизни пасет овец, и здесь сидит у небес передний. Гремят легионы на водопой, стада проходят, и незаметно ключи от царства рукой слепой. Он ищет связки свои несметные. Ступени вверх из земного плена, и голос женский поет нежней. Авы Мария, грация плен. Там лесенка в небо идет винтом, сквозь толщу храма под купол страшный. И то, что будет сейчас, потом, уже не важно, не важно. Фонтан до половины смазаны светом рельеф деталь. Полдень плывет в завитках ревнин.